Так будет. Итак, парни, всем привет. Приехала машина у нас Opel Astra с таким вот мотором. Надо было заменить выхлопной коллектор. Ну, как бы все открутилось, все было хорошо, все нормально, пока я не стал ставить новый коллектор, затягивать его, и произошла беда. Короче, лопнула шпилька. Вот это. И как всегда, которая к ней никаким образом не подлезет. 3 часа ходил, я голову ломал, думал, гадал. Как бы знал, что можно приварить, но что-то мне это стремало. Ну, в итоге что? Приварили мы. То есть шпилька оборвалась, и где-то 3 миллиметра в головке она была утоплена. И наварил кемпом балябуху туда. Приварили гайку. Гайку надо как бы побольше, чтобы ее хорошо обварить. В нашем случае гайка на 19. Мы приварили и спокойно ее открутили. Так что берем на вооружение. А я уже заготовил кучу инструментов. Шуруповер там попробовал, угол не тот. Поехал, взял пневмодрель. Пневмодрель вроде бы как лазит, но все равно угол не совпадает. Мешает нам вот этот вот бачок гидроусилителя. А чтобы его снять, ну это, короче, не наш метод. Все, берем на вооружение. Пока. Спасибо. Ты заходи, если что.